Зачем? Я ехал по маршруту, еще у меня сидел один пассажир, и машина обгоняла меня. Я, правда, не смотрел, какой номер, ничего этого не видел. И слышал такой хлопок. Кондуктор как раз находилась сзади машины, в смысле, сзади аж звизгнуло. Я спросил, что такое случилось, а когда номер даже не посмотрел, и машины проходящие, не заметил, что такое было. И кондуктор там стекло лопнуло у нас.